2016. У вас очень душевный канал для адекватных, уравновешенных людей. Но таких очень мало. Нужен хайп, провокация, к сожалению, в современном мире для продвижения. О, есть канал Островского. Он раскрутил до 500 тысяч за год. Молодец. Тоже на тему ЗОЖ. Но его профи раскручивали, по-моему, да? Без современных технологий не обойтись, если нужен высочайший рейтинг. А это же вопрос морально-этический и нравственный. Ну, это да. Вы знаете, я вот думаю еще поработать над своей библиотекой. Я ж не все книги туда выставил. Выставил основные. Почему не выставил? Да потому что просто-напросто это надо работать, их делать. То есть время... А где-то, я не знаю, лень, где-то тут нежелание делать прошлое. И оставить после себя вот такое вот интересное наследие. Ну ладно. Спасибо. Так, Ольга Степановна, позовите активного пользователя YouTube в гости. И пусть расскажет, какие кнопки тот открывает, когда чей-то канал ему интересен. И откроет те же кнопки на вашем канале. И тут-то обнажится незаполненность вашего. Тут вместе и заполните. Удачи. Действительно. Спасибо, Ольга Степанова. Быстрее говори. Знаете, там жена мне тоже говорит, ну вот ты там долго, там что-то тут. Ну надо сначала помыслить, потом сказать. Ключевые слова. Благодарю. ВЗК-инфо. Я над этим делом сейчас и думаю поработать. Вот я там первую, так сказать, самое первое видео немножко поработал, но сейчас хочу более углубленно. А как найти библиотеку? Вот, смотрите. Как найти библиотеку? Вот она. Заставка канала. Малахов Геннадий. Вот здесь как раз мой сайт www.malakh.ru. На него нажимаете и сразу же такая бац! И вы выходите на сайт, и там у вас появляется, нажимаете кнопки и пошло дело. Вы там. А вот Роза Ветров пишет, а я люблю длинные видео, я не хочу по 3 минуты смотреть. Но что там усмотришь? Это действительно надо только вот дулю показать, язык показать, урывки. А вот длинные видео, полное наслаждение. На Виталия Островского равняться не надо. В каких он там рамках зажат, непонятно. Но ясно одно, мусолит одно и то же. Порой по десятку раз бывают редко ценные ролики, где что-нибудь новенькое, да, проскользнет. Вы знаете, я вот как-то вот эту вот тему голодания, сыроедения, витамины, минералы. Я в свое время ее очень-очень, будем говорить, здорово отрабатывал, смотрел, изучал, естественно, пробовал. И просто-напросто она перестала меня интересовать. То есть то, что ты познал, тебе уже не интересно, ты просто взял оттуда то, что наиболее, будем говорить, эффективное, и применяешь для себя. Так как я в свое время ввел клуб «Бодрость», то я, знаете, был озадачен, что одни и те же методы работали на разных людях по-разному. Это в основном были пожилые люди. Более того, приходили люди в основном для того, чтобы почистить печень, потому что им грозили там уже скорой смертью и прочим, прочим, прочим. Они, значит, чистили печень и скакали, как ни в чем не бывало. Вот, и я увидел, что все это делает, работает по-разному. Поэтому это меня заинтересовало. И
требовалось, будем говорить, различные раздумья, так сказать, вот поиски, прежде чем открылось учение, восточное учение об индивидуальной конституции. То есть вот это вот учение об индивидуальной конституции, это гораздо лучше работает. Вот смотрите, на начальном этапе, вот вы хотите оздоровления, или вы там заболели, вот у вас там гипертония, там какие-нибудь там экземы, какие-нибудь еще что-то, ну все что угодно, там эмфиземы там легких, что-то там астмы, мастмы, сахарный диабет второго типа и прочее. Вот, что наиболее эффективно работает? Наиболее эффективно, оказывается, работает это очищение организма. Даже голодание работает гораздо длительнее, нежели очищение организма. Вы не сможете сразу голодать, допустим, там 20 там, суток. А об очищении вы можете, будем говорить, за 3 месяца вообще стать другим человеком. Вот. А далее, как бы сказать, надо это закрепить. Вот тут-то учение об индивидуальной конституции, которое включает в себя знания о питании, о физиопроцедурах различных, там и прочее, оно работает лучше всего. То есть надо закрепить ваш успех. Мы его теряем, мы почистили, мы поголодали, мы получили новое тело, мы радуемся ему. Вот, допустим, завтра меня приглашают на юбилей 60 лет моей сестре. Вот, я еду, там, естественно, будут там еда, 5-10, друг приглашает, еще говорит, пойдем туда, там чего-то там отведаем и так далее. Приглашает в Ростов, долго не виделись, опять там и так далее. То есть вот эти вот все вещи, все это наше оздоровление, вот таким вот торжествами, юбилеями, столом, посиделками с друзьями, они, если вы их не хотите потерять, это все перечеркивается потихонечку. Конечно, вы там можете придерживаться. Да, я и буду придерживаться, и так далее, и тому подобное. Но без учета знаний индивидуальной конституции вы это ничего не закрепите. Более того, как я вам рассказываю, вы, значит, почистили, грубо говоря, у вас вот в этом вот положении были одни болячки. Вы, значит, почистили организм, изменили питание, отлично, сюда, ох, хорошо чувствуете, опа, и завалились на эту сторону, у вас возникли совершенно иные недомогания, и вы не поймете, как же так, то, что раньше я делал, мне помогало, а теперь мне вредит, как из этого выйти? Вот как раз знание об индивидуальных особенностях собственной конституции, которое должно быть положено в основу разработки вашей же собственной системы, которую я описал, как сделать, является залогом того, что это как раз и есть здоровый образ жизни, который вы будете дальше применять и пойдете. Без особых таких провалов. Потому что, грубо говоря, человек там держался там, сбросил там вес, все там такое, потом на него напал жор, он только раз сорвался, как начал есть. А если люди пьют, кстати, вот сейчас уже прошло довольно-таки много времени, ко мне на передачу приходили там певцы, композиторы, которые говорили, и семьи, которых придерживают, да мы там сыроедение, да мы там тем занимаемся, этим занимаемся и так далее и тому подобное. Я думал, ну хорошо, молодцы, занимаются, смотри, как бы сказать. А я уже, так сказать, от сыроедения так несколько отошел, как-то это самое. Так вот, что у них произошло? Произошло то, что срыв, и они не просто там стали есть что там, что не попадя, они забухали, спились, и некоторые уже умерли. Более молодые, чем я,
которые проходили, так воодушевленно рассказывали, да мы, то-то-то-то-то. Но незнание вот этих особенностей привело их к тому, что они, их уже нету. Это особенность индивидуальной конституции. Далее меня заинтересовало, а как работает моя собственная личность? Почему я такой? Почему я, допустим, раздражаюсь на то или иное? Это кто в этом, будем говорить, виноват? Это тот человек, который заставил меня там раздражаться? Вот, например, грубо говоря, мне сейчас не нравится Озон, который выставил мои книги 10-15 и более летней давности, 20-летней давности там, и торгует ими. Я спрашиваю, откуда они у вас? И пока не добился ответа, откуда же они у них там. То ли это они закончились, то ли не знаю, возможно, есть такая вещь, а сейчас все возможно, может, подпечатают где-то. Договорились там с каким-нибудь издателем в Питере, и они там все это дело подпечатают, и потихоря все это дается, и мимо автора. Почему я на это так реагирую? Что во мне реагирует? И мне пришлось, опять-таки, вот тут, ну, конечно, подсказки были. Но все эти подсказки, вот как бы говорят, вот в очищении, надо все это объединить в какую-то систему, которая бы работала. А не просто там, знаете, вот написать диссертацию, вот такая там, цикая и так далее. Куча диссертаций написано, я смотрю телевизор, и знаете, у меня, как бы сказать, волосы выпали от того, что рассказывают, идет эпидемия гриппа, там сколько там, 47 что ли регионов, уже у них карантин, что-то такое. В 26 странах Европы тоже грипп, значит, бушует. Встает вопрос, а это что? Все непривитые люди в таком количестве заболели. Либо же, может, это привитые люди заболели, тогда ваши, будем говорить, вот эти вот знания и прививки не работают, надо что-то пересмотреть и совсем по-другому поступать, нежели, знаете, как ледокол твердолоба куда-то двигаться, вот я прав и все. Так вот, для того, чтобы, видите, какая у нас интересная беседа пошла, для того, чтобы вот понять самого себя, пришлось найти различные вещи, до некоторых самому додуматься. Тут мне только подскажи что-то, подскажи. Дальше я сам уже додумываюсь до этого. Вот, как устроена личность человека? Что первично, что вторично? Что играет, что не играет, как информация у нас там ходит, что там она делает. И другие интересные такие и важные для жизни вещи. То есть я перешел на этот уровень, и оказывается, если имеется вот такая вот мудрость, спокойствие, основанное на мудрости, на житейской мудрости, то человек, знаете, живет и действует по-другому, и здоровье у него совершенно иное. И этого, оказывается, достаточно, чтобы жить нормально и не вдаваться ни в какие крайности, там куда-то что-то, знаете, вот специально делать свою жизнь такой, чтобы, грубо говоря, ну, и я был сыроедом, я знаю, что это семья, грубо говоря, одно ест, ты ешь другое, дети там на тебя как-то косо смотрят, а жена там смотрит, мол, с каким-то там глупым человеком там связалась. Я уже не говорю о теще, о тесте, своих родных, отце и матери, царство им небесное, вот, которые так мать говорила, она смотрела, она говорила, ой, если Господь хочет наказать человека, Он первым отнимает разум. Понимаете? Вот такое. Ну а потом, конечно, я маму свою порадовал. То, что вот и дом такой построил. Ну и прочее. То есть,
Мне заинтересовали знания, и я вам рассказываю об этом. Вот это вот психология здоровья, это вот философия, опять-таки, здоровья, философия того, как должно быть, ну, вплоть до того, что человеческое общество устроено, потому что человеческое общество больно, больно на всем, на уровне страны, на уровне мира, все, друг друга собираются там убивать и так далее, то есть идет какая-то тут, грубо говоря, нагнетание очень плохих вещей, вот, то есть вот это как, не просто понять, а даже полечить. А не просто живем, гоняем паразитов, там, допустим, шпору выковыриваем там, или еще что-нибудь. То есть мне это уже не интересует. Мне интересуют совершенно иные вещи, которыми я стараюсь, ну, говорит, вот, щедро делиться с вами. Там. И я не подбираю ключевые слова, потому что на этих ключевых слов, которые вот требуются, как бы сказать, вот, вот работа, люди хотят там работы или еще. Вообще это кошмар. Как это так? Человек должен искать работу там, что-то там. Что это за общество? Что это за цивилизация, которую мы построили, в которой есть нищие, лишние люди, понимаете? Мы должны плясать от человека, а не от какого-то там, грубо говоря, себестоимости продукта, который вот важно сделать настолько, грубо говоря, дешевым, для того, чтобы получить максимальную прибыль, и при этом отравит он там людей, или там не отравит, это, говорит, все равно. То есть отравит быстро или отравит там через какое-то время, как вот эти все там, грубо говоря, сейчас эти генно-модифицированные там продукты делаются для того, чтобы там они дольше хранились, слажи были, а то, что они влияют по-другому, это не важно. То есть вот такие вещи меня интересуют. Я скорблю мировую, как Владимир Высоцкий говорил. А не просто там травки-мавки. Ну, здоровье должно быть как фундамент для этого. А далее уже должна быть правильная психика для того, чтобы ты в этой жизни чувствовал себя человеком. Чтобы тебя не лошили какие-то люди, которые там понапринимали там законов, которые там сказали, что мы такие-сякие, а вы все это, электорат, должны слепо подчиняться, а мы то, что хотим, то и творим. Я об этом молчу. У вас царит другая атмосфера, которую нигде не найдешь. Каждое ваше слово ценно, каждый ваш ролик. Это целая серия, отрывок вашей жизни. А мы имеем честь постигать все это. Вот в чем ценность. Кто не понимает этого, пытается подсказать вам равняться на других, то это бред сивой кобылы. Как можно перещикнуть индивидуальность, другое дело, что народ не знает о существовании канала. ВКонтакте вы мало появляетесь. Это Островский во всех соцсетях работает, его ролики волей-неволей везде маячат. Правильно, еще кто-то ниже отметил, что нужны хэштеги. Это есть ключевые слова, по которым все ищут информацию. Ну хорошо, хэштеги будем делать. Как вы готовите на кухне? Ну, на кухне целебная кулинария. 70 с лишним программ я там готовлю там. Как в магазине выбираете продукты? Где храните заготовки на зиму? Что выращиваете сами? Увы, ничего не выращиваем сами. А супруга, ох, не любит, чтобы что-то там рассказывали, показывали про нее, про дом, про детей вообще. Есть ли хобби? Да вот только я показал до этого хобби. Что у меня на столе? Сколько там? 3 ролика. Что у меня на столе? И подробно рассказал, почему это на столе. Как отмечаете праздники? Сдерживаюсь. Вашего холодильника. Был холодильник. Был, не знаю, я, наверное, его уже удалил. Так, про календарь. Это большая ошибка. Хорошо, Татьяна подсказала. То есть весь мой календарь надо
Надо пересматривать. Это опять-таки одно дело, знаете, сделал, вставил и все. А другое дело, ты сделал, вставил и подумал еще, как назвать. Вообще-то на стадии, будем говорить, делания уже думаешь, как назвать, что там. Так, зайти на канал Островского, посмотреть, с какой любовью к зрителю оформлен инфобокс под видео. Это самое грамотное оформление. Посмотрю.